упражнения выполнять на сверхзвуковых машинах групповой пилотаж. Эту четверку в строю ромб ведет майор Восконян. Красотой такого полета напряженный труд многодневных тренировок. Одновременный старт семи сверхзвуковых истребителей — пример большого мастерства военных летчиков. В головной машине заслуженный военный летчик СССР, гвардии полковник Медведев. Строй «семерки» напоминает очертания современного самолета. В таком необычном построении групповой пилотаж выполняется впервые.